Всем здравствуйте, рада видеть вас на моем канале «Мода и красота». Стрижка боб-каре с градуировкой для женщин 50-60 лет. 15 шикарных примеров стрижки. В 2021 году боб-каре с градуировкой стала особенно популярной стрижкой. Также очень часто ее предпочитают выбирать женщины за 50 лет, ведь градуированная боб-каре значительно омолаживает женщину. С помощью градуировки волосы становятся объемнее и пышнее. Смотрите модную подборку стрижки боб-каре с градуировкой. Всем приятного просмотра!